С собой взяли только сумку, но в нее помещается все самое важное. Ярославский буревестник отправился на выезд по маршруту Екатеринбург-Ревдам. 6 февраля оранжево-черные сыграют с Уралмашем, а 9-го с командой Темп-Сумсу-ГМК. До Москвы пернаты отправились на автобусе, затем будет самолет. В дороге каждый выбирает себе занятие по душе. Да поговорю с ребятами, пообщаемся недолго, потом посмотрю сериал, музыку послушаю. Сейчас смотрю сериал «Ведьмак». И как? Впечатляет. Хороший рейтинг у него. Нравится, интересный. Скорее всего, буду смотреть по предстоящие соперника. Посмотрю, думаю, поговорю с женой. Она тоже улетает скоро в Латвию, поэтому нужно будет оформить ей билеты, там, оформить для собаки все. Так что будет чем заниматься. Пожелать удачи любимой команде пришли несколько болельщиков. Некоторые из них доберутся и до Урала, чтобы поддержать буревестник. У команды Михаила Терехова серия из 7 побед подряд и 3-е место в чемпионате Суперлиги. До первого 2 победы их как раз можно одержать на этом выезде и ждать осечек от конкурента «Спартака», «Приморья» и «Самары». До Екатеринбурга команда доберется сегодня вечером. Дмитрий Жданюк и Денис Ромашов. День в событиях.